Добрый день, уважаемые коллеги. Такое впечатление, что я из этой трибуны, да, на протяжении недели не ухожу. Не слезаю. Вот именно так. Вот. Потому что вот предыдущих два дня у нас здесь проходило совещание директоров региональных, федеральных библиотек. Часть из наших гостей решила остаться и на публичный форум. Это правильно, это хорошо. К сожалению, практически все уехали из... Ну так, сейчас чуть-чуть аккуратнее скажу. У нас позавчера и вчера здесь присутствовали директора библиотек Луганской области, Донецкой области, Осетии, Абхазии, Приднестровья. Им сложно. Они наши, но им сложно. И очень хорошо, что получается такая возможность, да, чтобы они приезжали и с нами работали. Там сложно с книжками, сложно с деньгами, сложно с пересечением таможни. Это те моменты, которых у нас нет в принципе. Да? Там абсолютно другие проблемы. И поэтому вот одно из пожеланий к нашему форуму, да, на будущее учитывать... Мы же как говорим? Форум публичных библиотек, да? Учитывать не только вот нас, россиян, да, но у нас же больше, значительно больше. И проблемы там другие, и эти тоже проблемы нужно включать в обсуждение. И, может быть, специально приглашать наших коллег из непризнанных республик к нам сюда делиться своими проблемами и на самом деле своими несчастьями. Это вот первое, что хотелось бы сказать. Второе – это о том, что очень приятно видеть полный зал. Вчера и позавчера нас было меньше. Вот. О профессиональных проблемах, ну, мы поговорим сегодня, поговорим в будущем, да, это все правильно и хорошо. Ясно, что у нас сейчас, у всех библиотек, ровно одна большая проблема. И это даже не деньги, это не, даже не финансы, это не, даже те условия, в которых нам не очень просто существовать. Вот пришел рынок, да, как-то надо в этом работать. Это меняющееся отношение власти к библиотекам. Это замечается. Хотим мы, не хотим, это видно. К власти приходят люди, которые выросли вместе с компьютерными технологиями. И первое, что мы встречаем, когда идем со своими проблемами во власть, это отношение примерно такое. Коллеги, господа, да, в интернете все есть. Вы зачем сюда пришли? Вот хотим мы, не хотим, да, есть понимание на уровне управления культуры, есть понимание на уровне Министерства культуры, но как только ты идешь к начальству, занимающемуся вопросами той же самой информатизации, вот недавний пример, мы проводили в Перми конференцию под названием «Электронный век культуры». На конференции присутствовал, ну так скажем, министр Пермского края по информатизации. Он послушал, о чем мы говорили на нашей конференции, да, вышел на трибуну и сказал: «Ребят, а зачем вам интернет в библиотеках? У нас есть почта, у нас есть многофункциональные центры оказания государственных услуг. Все, что нужно в электронном виде, не нужно в библиотеках. Пусть житель приходит
На почту там у нас все есть, да, пусть жители приходят, многофункциональный центр. И сколько ни спорь с этим, да, ну, молодой человек, там, 32-35 лет, да, да, он вырос с этим. И это нельзя не учитывать. То есть нам, да, нужно уметь отвечать на эти вызовы. Но на самом деле библиотеки проходили много этапов развития. И те тысячи лет, которые стоят за нами, на самом деле, хотим и не хотим, да, нас многому научили. Я думаю, мы с этим справимся. Спасибо!